Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. 13-й день и 325 конфет я забираю. 325 конфет, и у нас, кстати, скоро будет, наверное, 5000 уже конфет. Так, давай посмотрим, что нам принес Беззубик. А принес он мне 6 миллионов рыбы. Вот эта вот штука мне, конечно, нужна бы, но не получил я ее. Так, здесь мы получаем громобоя. Да, необычного. Разместить. Подожди, куда мы его разместить? Мы его в ангар должны были забрать. Тыкву находим. Находим и забираем. Допустим. Так, этот у нас полетит дальше. Давай, собирай бревна. Ты, парень, тоже за рыбой отправляйся. Так, ты у меня пойдешь. Ну, как всегда, за железом. Куда же нам его еще, да, ребят? Только за железом. Так, а теперь мне хочется посмотреть, что нам принесли наши элитные драконы. Понятно, этот, как всегда, ничего путевого не приносит. Этот нам принес печатку, плюс, опять же, тусклый янтарь. И последний. Так, а последний у нас где? А последний у нас вот тут. По-моему, он только фляжки, ребята, нам добывает. Бу-бух, такой занырнул, ё-моё. Ныряльщик, но он огромный, конечно. Он огромный. Так, Тайфумеранг, 230 лямов. Ребята, 230 лямов он приносит. Как тебе такой расклад? Древесины. Так, израсходуйте 30 миллионов единиц рыбы. Это заняло немало времени, Икинг, но лохань для рыбы наконец-то вычищена. Но ты израсходовал всю рыбу, прежде чем почистить лохань. Я бы никогда до такого не додумался, слюнявый. Всегда, пожалуйста, Икинг. Слюнявый. Как он его назвал, ребята? Слюнявым. Так, пускай этот бежит у нас. Пускай этот бежит. Этот у нас получает уровень. Мы его отправили на тренировку, само собой. Так, этого за рыбой. Этого за древесиной. Этого тоже за рыбой. Так, и весночеса за рыбой отправляем. Так, у нас эти тут гаврики стоят. Так, за древесиной. Ты у нас тоже за древесиной. А ты, соответственно, полетишь за рыбой. Так, лети. Это у нас тоже, ребята, по максималке прокачался. Так что нормально все. Какой обучить? Обучить я его сейчас не смогу. Слушай, у нас... А, у нас древесины уже практически, ребята, очень-очень много. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится ее потратить. Так, а я что, здесь не забрал, что ли? 120 тусклого янтаря. Всю жизнь о нем мечтал, об этом тусклом янтаре, если честно. Ну что, лети. Лети, родной, собирай, как говорится, награды. А мы пока наших этих парней отправим на поиски. Так, 4 руны. Давай, лети на постройки там куда-то. Здесь у нас валка. Бесплатно. Кривоклык. Что нам приносит? Тусклый янтарь наверняка. Естественно. Тусклый янтарь принес. Слизь. Давай, лети бесплатно. И... Так, приручение. Бесплатно. Все, ребят. Теперь, наверное, мы отправим... Приключения не хочу. В поисках. Кого мы можем найти здесь? Эксклюзивный, редкий. Нет, это нам не надо. Это нам не надо, не хочу. Пак, давай-ка откроем с тобой редкий. А здесь достается Громыль, Шторморез, Крылатый Ужас, Ужасный Чудовище, Шепот Смерти, Водорез, Громобой Защитник и Кривоклык. Вот так вот. И пак. Само собой, бесплатный. Ну что, что это, ребята, за фризы? Открывайся давай, не дуркуй. Громобой, Крылатый Ужас, Шепот Смерти и ресурсы. В принципе, больше здесь нам ничего нормального и не выпадает. Янтаря хватает буквально на одно улучшение. На одно улучшение. Так, ну тут вроде бы как все. Надо с этими что-то делать.
Так, пускай он летит, прокачивается. Он улетел, но обещал вернуться, да? Так, этого возвращаем. Опа, шикарно. 720, ребята. Но зато скоро он станет у нас 112 уровнем. Ха-ха. Так, разблокируйте эту территорию. 3400, ну пока я не могу ее разблокировать. Сезонный абонемент. Забираем награды. Так, ежедневка выполнена. Вторая. Третья. Четвертая. И последняя ежедневочка. Плюс вот это, еженедельная. Красиво. Постой, постой, постой. А я... Угу, получаем. Блестящий янтарь. Ребята, 4600, ну да, еще 400 где-то. И мы с вами получим 5000. Ну что там у нас Готи скажет? И я тоже устал, все эти путешествия изматывают. Ты не против, если я немного здесь посижу и полюбуюсь видом? Так, уберите камень глыбы, это я убрал. Ох, неужели я на минуту заснул? Далеко не на минуту, да? Шлак, ты что, надел ведро на ведродона? На ведрона? Это его запасное ведро, а он носит мою запасную жилетку вместо бороды. Я вижу, а можно спросить, зачем? Мы замаскировались, пока высматриваем драга. Это Икинг, сообразительный парень. Он понял, кто есть кто, несмотря на нашу маскировку. Может, ему плевак рассказал? Поручите драконам добыть 75 миллионов единиц рыбы. Но это нам будет проще всего сделать, да? Рыбу-то мы с тобой тут, ух, сами не свои добывать. Что тут говорить? А ты что сидишь? Лети. Лети за добычей. 230 миллионов. Блин, ребят, ну это, ну, я как посмотрю на эту сумму, блин, вот здесь вот надо как-то до 90 уровня вкачать его. Согласись. Пускай, наверное, пока лети за древесиной, а ты тоже за древесиной лети. Йохан, у него тут есть вот и вот на обмен. О, кстати, эта штука, которая нам нужна. Наконец она у нас появилась в магазине. То есть теперь мы можем обменивать. Так, что нам делать? Нам надо без зубика отправлять дальше на поиски вопля. Для того, чтобы вопль смерти, нам надо... Ух, ё-моё. Нам дофига чего тут надо, если честно. Нет в наличии, нет в наличии. Это что за фокусы? Это что сейчас было за... Но вот это... А вот это есть. Так, ну что ж, пускай летит. Полетел, да? Беззубик полетел, но обещал вернуться. Ну что, друзья, давайте смотреть события. У нас же сегодня события. Вот оно. Подготовка, охота и сопротивление. Чего? Блин. Еще оказывается 13 часов 55 минут. А почему я думал, что уже доступно? Ребят, нифига не доступно. Что тогда будем делать? Паки набивать? Давай тогда пойдем за двумя паками вождя. Ну а что, ребят, я думал, что все у нас. Дело, как говорится, сделано. Ага, а по факту ничегошеньки у нас и не сделано. 196 миллионов он теперь требует. Они совсем одурели. Они совсем одурели. Слушай, а у нас же... Блин, у нас даже монет. 21 монета всего. Нам не хватает даже купить с тобой пак. Вот в чем беда-то вся. Ладно, друзья. Делать нам нечего. Пойдем тогда на схватки. Блин, ну как же так-то? Что-то я вчера... Когда и позавчера мы играли, смотрел, вроде бы не показалось, там осталось 18 часов. А оказывается, больше суток надо было ждать. Ну ладно. Ну что, давай попробуем здесь не обделаться и сыграть как нужно. Так, громорог получил. Так, кривоклык вражеский. Тут еще шепот смерти есть. Экзотический, да? Экзотика. Опа, опа, опа. Сейчас кому-то, ребят, кранты, нет? Выжил барсик у меня. К счастью для нас, у нас барсик выживает. Поехали.
Естественно, я буду наказывать. Блин, а у него сейчас опять, ребята, 3 энергии. И он... Вот сейчас кого-то он уничтожит. 100% тебе говорю. Вот сейчас кого-то уже добьет. И это у нас был Барсик. И это был Барсик. Бедный, бедолашка. Ну, шепот уже все, ребята. Он ничего нам здесь не сделает. Потому что мы его уничтожаем. И следом уничтожаем Кривоклыка. Кусается, сопротивляется. Пумс, и добивка. Все. Так, друзья, очередной поединок у нас здесь. Я смотрю, тут пещерные склады. О, они все красные. Вот оно как. Все красные, то есть все очень сильные. Ну, я думаю, что мы, наверное, справимся. Самое страшное, это, конечно же, скалотряс. Самый страшный — это скалотряс. Особенно, когда, ребята, если он делает свою суператаку. Все, там заворачиваются уши. Когда он начинает своим кубарем лететь. Ну, они нам, видишь, Барсика в ответку завалили. Так, ну что, попробуем. Сейчас буду глушить кого-то. Кто у тебя попадает под удар? Угу, это ветрокрыл. Это ветрокрыл. Ой, шторморез. Ё-моё, ребята, это нифига себе я ветрокрылом его назвал. Конечно же, это шторморез. А стоит ли мне это делать? Нет, не стоит. Стоит сделать вот так вот. Конечно, друзья. Ну давай, Кривоклык, кусай его. Так, хиляемся. Ну, ему крышка, все, мы его добьем сейчас. Он тем более цель сменил. Не знаю зачем. До свидания. Ну что, начнем, пожалуй-ка, наверное, с Пристиголового. Наверное, надо начинать именно с него. Так, Барсик, давай сюда. Кусаем. И раз-два. Раз. Сейчас что-то будет. Огонь. Огонь будет? Огонь, ребята. Ты посмотри, как он мочит. Посмотри. Как тебе такой расклад? Пыхнул, называется, разочек по нам. Да, бедный Кривоклык, они его... Они его штудируют, друзья мои. Они его штудируют, они замедлили его. Сейчас этот будет бомбить туда. Хм. Слушай, а нам повезло тогда, получается. Этого отправили в минус. И остается у нас Костолом. Все, сейчас, наверное, Кривоклык-то и бомбанут. Да. Но я тебе скажу, в любом случае здесь уже победа за нами. Против двоих ему не справиться. Так, и добиваем. Так, ребят, ну что, нам выпал обычный пак. И первый пак вождя, как говорится, на открытие идет. Шторморез, громобой, шепот смерти, дымодышащий душитель и вострозуб. О, и ищейка тут же. И чемпион, стальной капкан. О как, ребят. Неплохо, да? Вот этот пак, я понимаю, был как пак. А то обычно нам два дракончика и все, и гуляй, Вася. Так, ну что, давай еще, наверное, 3 поединочка сыграем. И получим еще один пак вождя. Поехали. Так, два стража здесь. Ну что, я думаю, наверное, по-быстренькому разберемся с Барсиком. Хотя надо с Сарделькой, на самом деле, разбираться в первую очередь. Давай так сделаем. Ну сейчас Сарделька будет два удара. Конечно, куда же еще ей бомбить, как не сюда. Сейчас Барсика распишут. Поверь мне, Барсика распишут. Теперь этот побежит. Кого-то будет глушить сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. И Сарделька сюда же. Нет. Сарделька, слава богу, не туда пошла. Опять разбег. Вам не кажется, друзья, что слишком быстро они набирают энергию? А? Подхалим несчастный лезет, блин. Т
Так, ударить сюда, скорее всего. Этот добьет, да, получается? Этот добьет. Ну и как мне теперь, извини меня, он сейчас будет глушить. Тут без вариантов. Причем, когда у нас пониженная защита, он сейчас будет опять бежать. Короче, он меня сейчас добьет. Все. Сушите весла, называется. Прибамбахнутый, а? Ну что, давай исправляться как-то. Как-то. А вот как? Надо этого валить. Блин, а этот еще со своим пламенем тоже бьет очень, ребят, сильно. Очень бьет сильно. Потратил. Я уже думал, сейчас этот начнет полыхать. Но нет, все отлично. Еще утворяет. Кривоклык им мой покоя не дает. Так, успокойся, парень. Иди гуляй лучше. Гуляй лесом. Ну что, добиваем этого, наверное, сморчка. И громорог теперь остается у нас. Сейчас мы с громорогом тоже быстренько разберемся. Че, хилку? И укус. Ну и в принципе все. В первую очередь надо начинать с шустрых. А это у нас громорог будет. Нет, не шустрый, а хитрый. Нет, все-таки шустрый. Хитрый это фиолетовый. Шустрый это синий. Сам себе в заблуждение ввожу. Так, ну что, сарделька. Но тут опасная остается только сарделька, потому что барсик, ну он такой себе. Маленький недотепа, можно его назвать. Действительно, маленький недотепа. Так, хиляемся. Самое главное, что у них нет таких мощных суператак. Хотя вот сарделька сама по себе бомбит не кисло. Была бы у меня сарделька бы 19 уровня, ребят, поверьте, я бы давным-давно поменял бы на барсика. А она у меня, по-моему, 10 уровня. В общем, она очень слабая. Мне даже интересно, какого у нас уровня сарделька? Надо будет потом глянуть после поединка. Но она слабая. Что ты делаешь? Я хотел же ударить. Ё-моё. Пошел просто в атаку. Давай, добивай его. Все. Ну что, друзья, последний пак вождя. Давайте открывать, смотреть, что нам выпадет. Шепот смерти, экзотический шепот смерти, палящий прихвостень, и опять выпадает ищейка. Ищейка, кстати, ты заметил, что она зачастила к нам. Опа, неужели еще... А, нет. Или успеем взять? Нет, не успели. Чуть-чуть буквально нам не хватило, да? Откройте два набора карт. Два набора карт. Не получится, да? Не получится. А так бы я открыл бы. Угу. Следующий раз тогда откроем, ребят. Ну что, тогда на сегодня, пожалуй-ка, мы будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.